Граждане Одесситы, многоуважаемая публика, в последний раз проездом из села Шишиги Монте-Карло перед вами выступают популярнейшие куплетисты Гарри Сольди, Билли Мольди. Граф Толстой неоднократно утверждал, что вся наша жизнь — это прямая железная дорога. А у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик, а у окна стоял, а у окна стоял, а у окна стоял мой чемоданчик. А ну-ка убери свой чемоданчик, а ну-ка убери свой чемоданчик, а ну-ка убери, а ну-ка убери, а ну-ка убери свой чемоданчик, а ну-ка убери, а ну-ка убери, а ну-ка убери свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик, а я не уберу свой чемоданчик, а я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик, а я не уберу, а я не уберу, а я не уберу свой чемоданчик. Граждане Одесситы, многоуважаемая публика, судите, кто сколько может скромным труженикам массовой культуры. Товарищ, спасибо, спасибо, премного благодарен. Напрасно, мадам. Спасибо, пожалуйста, сам пошел. Играй как следует, фраера, то наваляю. Да ладно. Друзья, спасибо, тронут, тронут, спасибо. О, мадам, спасибо. Ладно, хватит играть, концерт окончен.